Для проведения выборов депутатов краевого парламента в Сочи образовано 222 избирательных участка. Они открываются с сегодняшнего дня и будут работать ежедневно. В будни с 16 до 20 часов, выходные с 9 до 13. Во всех участковых избирательных комиссиях можно уточнить сведения о себе в списках избирателей и ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах. Особенность нынешней кампании – это возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Широкомасштабная эта практика будет применена на выборах президента России. 26 июля такие заявления у нас принимают территориальные избирательные комиссии, а также многофункциональные центры предоставления муниципальных и государственных услуг. С 30 августа можно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения в участковую избирательную комиссию. Начиная с 31 августа участковые избирательные комиссии принимают заявления о включении в реестр для голосования вне помещения. Возможность проголосовать вне помещения участковой избирательной комиссии, согласно действующему законодательству, предоставляется избирателям, которые не в состоянии прийти по состоянию здоровья либо инвалидности. Таких граждан в Сочи зарегистрировано чуть более 34 тысяч. Это практически 10% от общего числа избирателей. Подать соответствующую заявку можно как самостоятельно с помощью родственников, соседей, так и по телефонам участковых избирательных комиссий. Все контакты указаны на сайте Центральной избирательной комиссии.